Осень наступила. Очень красиво. Грибы еще есть, грибов довольно много. Но я ходил за брусникой. Брусники тоже пчелик еще стоит. Самое интересное. У нее такое время, сейчас середина сентября. Такое время уже она стояла плохая совсем. А сейчас стоит хорошая, вкусная. Можешь собирать как хочешь. Снимаю ее на экшн камеру, на такую дешевенькую. Поэтому может качество видеозвука будет не очень. Трава здесь красная уже, бордовая, как это называется. Ну, допустим, ланушка. Тут полно. Но я весь загруженный, мне уже не до грибов. Вот такой лес. Такой таинственный. Интересный. Дышится как-то в нем легко, много, мне кажется, лучше, чем такой в нашем прореженном, или как в тундре. Здесь вот именно такое ощущение леса, настоящего, красивого. Если что-то от средней полосы даже. Похож. Тебе еще долго. Мне поход за брусникой занимает в одну сторону 2,5 часа. В обратную немножко меньше, потому что в обратную больше с горок идти. Это вот единственный подъем, а там будет все время, практически все время вниз. Несколько, может, небольших подъемов. Видите, как красиво.